Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о средствах защиты растений или, как по-другому еще называют, садовые химии. Как известно, наши растения в саду, в огороде и на подоконниках страдают от нападения насекомых-вредителей и зачастую болеют грибковыми заболеваниями. Вот для того, чтобы предотвратить нашествие этих вредителей или предотвратить заболевания, для того, чтобы защитить растения от насекомых, для того, чтобы вылечить уже заболевшие растения, существует довольно-таки много различных средств. Вообще вот все вот эти средства проходят государственную регистрацию, и они должны быть разрешены для применения в личных подсобных хозяйствах. Дело в том, что в нашем саду и на промышленных полях разные условия, и нам главное, чтобы мы не только уничтожили насекомых вредителей и вылечили от болезни, но не пострадали при этом и сами. И поэтому вот эти средства, они все выводятся из растений по истечении какого-то времени. На полях одни условия, у нас в саду и на наших огородах другие условия. Поэтому не надо покупать подозрительные какие-то незнакомые средства, а покупайте средства вот именно в проверенных торговых точках, потому что они все должны пройти государственную регистрацию. И вот здесь есть на каждом пакете регистрационный номер. Если вот этого номера нет, то это довольно-таки такое подозрительное средство. Оно может помочь вам в вашем хозяйстве, но может еще и больше навредить. Но теперь перейдем непосредственно к средствам защиты. Все средства защиты делятся на группы. Это инсектициды, гербициды, фунгициды. Ну а в общем и целом это называется пестициды. И еще есть стимуляторы роста, корнеобразования и стимуляторы иммунитета. Инсектициды. Вообще вот все названия эти циды, они состоят из двух частей. Цид по латыни означает смерть, и перед ним тот объект, на который направлен препарат. Инсектициды. Инсекта по латыни – это насекомое. То есть инсектициды – это препараты, которые уничтожают насекомых. Очень всем известный нам и популярный карбофос, которым мы пользуемся не первый год. Его жидкие разновидности – фуфанон. И есть еще также фитоверм, биологические препараты, липидоцид, ну и много еще других. От заболеваний нам помогают избавиться фунгициды. Фунго-гриб, то есть это препараты от грибковых заболеваний. Один из самых популярных и известных фунгицидов – бордоская смесь. Все мы довольно-таки хорошо узнали профит, тиавиджет или серы коллоидные, ну и другие, о которых мы расскажем попозже. Гербициды. Гербициды – это средства, которые уничтожают нежелательную растительность. Граунд, прополол, торнадо, ураган. Вот эти препараты уничтожают нежелательную растительность прямо до корня, и на этом месте это растение в течение нескольких лет не будут расти. И что такое стимуляторы? Стимуляторы – это препараты, которые повышают иммунитет растений, это препараты, которые способствуют более быстрому укоренению растений. Обычно мы имеем на своих участках какие-то препараты. И для того, чтобы наши растения были защищены, нужно правильно собрать вот эту садовую аптечку. Аптечка именно для деревьев. И для этого мы в следующих выпусках расскажем отдельно, подробно о каждой группе и попытаемся подобрать именно лекарства, препараты от конкретных болезней. А наши советы помогут вам содержать сад свободным от насекомых и от заболеваний.